Should I go get me a snack, a little Snicker? I was thinking about it, and I was like, no, Lee, you better than this. I thought about it too, bruh. I don't know. I might need that. Мы начинаем тур показаний и пониже много. Будет интересно. Можно и шпичмаков наесть. Ну да, да. Мне, кстати, это вкусно. У меня у друга мама их готовит. У меня друг тоже татарин, вот. Ну нормально. Это вкусно делает. У них хорошая вкусная. I wonder what you're about to do. Why are you worried about me? Okay, give me one headphone, please. It's a service charge. I'm gonna charge you double like your boy did me. Tony, you want the headphones? $10,000. What's up, man? You good? You still like me, watch it. Did you give me for my birthday? My birthday is January. I will do not in Moscow. When? January 17th. Yes, you will. In Nigeria? I will go to Nigeria. I don't know. He called me. I just said it. Oh my god. What do you want? Russian passport? So many of them. Yeah, I want to move to Russia. Can I move in with you? Of course. I can move with you? Damn, I'm moving to Russia, bro. He gonna give me a Russian passport. Are you gonna give me an American one? Yeah, I'm gonna give it up, bro. Bro, we can fly with this one. Passengers on this flight are at gate 121. Что значит ролевая модель? Ну, игрок, которому очень нравится на четверке. Сергей Панов. Так, давай будет... Левшу выбирать. Джеймс Хан. Не слежу особо за ЦСКА, но лучше как ЦСКА. Иван Ух. Вот. Да? Либо Семен Антонов. Вы? У нас еще есть Антон Семенов. Ваш лимит безопасности должен быть застегнут. Дочитал «Братьев Карамазовых» и начал изучать то, что подготовили к столетию клуба. До свидания, хорошего вам дня. Я бы не сказал, что это первое испытание, потому что каждая игра – определенное испытание, определенное какое-то сражение. И в этом сезоне Лиги ВТБ уже было много сюрпризов. Поэтому будет интересный матч для болельщиков, для игроков, для специалистов. Конечно, играть против чемпиона – это всегда дополнительная мотивация. Но последние несколько лет все наши встречи с Казанью, будь то регулярный чемпионат, будь то плей-офф, всегда проходят достаточно плотно и с большим вниманием прессы и болельщиков. Отметили 20 лет выездной сессии за клуб ЦСКА. 15 лет. Титульный спонсор единой лиги ВТБ. Концентрация. Да? Мастерство. Все вместе. Наша вера, их сила. Из Москвы приехали? Нет, я здесь живу. 2005 года болею за ЦСКА.
Начинал сначала за футбольный болеть, дальше хоккейный, баскетбольный. То есть сейчас я болею, наверное, за всю систему ЦСКА. То есть ЦСКА всегда будет первым, всегда в сердце только ЦСКА. Probably they have the strongest front line, but we just have the strongest team, you know. We stick together, we play together, you know, we stick to game plans, and that's what matters, you know. I think just playing as a team and playing all five together or all ten together, you know, it dominates any other, you know, aspect of the game. So we're just a strong team, and we've always stick to game plans, and today everybody did a great job, you know, from the bench to the starters. So that is a major part. So, you know, their front line for sure is one talented front line, but I think our team is just way much better, you know. So yeah. Задача и сыграть нормально, ну, хорошо в защите, не проиграть, пытался с этим справиться. Был рад, когда тренер позвал меня со скамейки сыграть в такой большой игре, ЦСКА «Уникс». Дорогого стоит, я думаю. В первую очередь в защите нужно играть, вот, а там уже, ну, от защиты пойдет и нападение.